Весна 1945-го. Советская армия атакует фашистское логово. Сюжет к реконструкции участники военно-исторического клуба 1945 продумывали на протяжении нескольких месяцев. Ежегодное театрализованное действие обычно происходило весной на глазах сотен саровчан. Из-за пандемии собирать публику организаторам запретили, поэтому осенью они решили снять видеореконструкцию. В начале года было потрачено очень много сил на то, чтобы даже эти танки забронировать, привезти их сюда. Ну вот там такая ситуация. И не провести это в каком-либо формате мы уже не могли физически. Вот. И пришлось весну 45-го перенести на осень 2020-го. Над созданием 13-минутного ролика трудилась целая команда. Более 100 участников реконструкции из Сарова, Владимира, Нижнего Новгорода, Саратова, Рязани и Москвы. Операторы, звукорежиссер и монтажер. Снимали мини-фильм один день. 3 недели занял только монтаж. Видео. И потом еще неделю собирали звук. Вот Сергей собирал звук. Если вы слышали, то он тут почти долби. На самом деле здесь звук 5.1 был сделан. И звук делался отдельно и собирался тоже вручную. Множество спецэффектов и графики придало динамике ролику. Конкретную мысль создателя в сюжет не закладывали. Но зрители оценили военно-патриотическую значимость видео. Реконструкторы – это вообще какая-то особая категория людей, потому что вы даже как-то эту историю не то что художественно там демонстрируете, вы ее вот живую демонстрируете детям, нам, взрослым. Окунуться в атмосферу военных лет и оценить ролик с реконструкцией можно в интернете. Совсем скоро видео появится в группе ВКонтакте «Арт Саров». Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».